Well, here we are in a Russian paradise. I'm Alex, and I greet you on this beautiful, absolutely amazing Sunday morning. Всем еще раз привет. Прекрасный воскресный, уже, наверное, полдень, около 12. Вот такая вот картинка в этом замечательном русском раю. Okay, so it is not far away from here to the final destination, and you can see I'm carrying with me two rucksacks and a folding chair. And it's an iron horse. Okay, so I will tell a little more at the final spot where I would like to drink some coffee and eat Russian borscht. Okay, with garlic, of course, and rye bread. Но мы с железной лошадкой путешествуем, и здесь уже, наверное, минут 10 осталось до финальной остановки. А там побеседуем насчет байка. И у меня два тормозка. Один с кофе, ну а с другой с традиционной русской едой под названием борщ с чесноком. И, естественно, черным хлебом. Окей, it's a big secret. Большой секрет. Только вам открываю его. Окей. See you later. Увидимся позже. Пока, Алекс.